позицию. Господин Астапра, вы говорили о том, что я женщина, вспомните о том, что вы мужчина. Сима Скулевич. Я об этом всегда помню. Это меня отличает от многих. Вот дом сейчас бы промолчали. Дом я тоже хотела сказать. Мое слово должно быть последним. Вы женаты? Обычно подкаблучник старается оторваться. Сема Скуля. Я вам не отвечу с точки зрения, что я мужчина. А как коллега, конечно, я должен ответить. Но присутствие женщины это не стрёмно. Сема Скуля. Вы знаете, меня уже не обидеть, не вообще-то мы говорили о...